Вий. Вий. Ай, Вий. Ну что, ребят, продается вот такой вот малыш американского питбультерьера Black Mamba Вий. Нижнятинка Вий. Ай, вот такой вот Вий. Да, мальчик. Сейчас, правда, на улице уже темно, но все равно. Вий. Ай, ты Вий, красавец. О, красавец Вий. Вий. Малыш. Ой, такой вот парень хороший. Боша. Малыш наш. Вот так вот. Ребят, ему 4,5 месяца, все. Гуляем на поводочке. Вот, стоит просто сказка. Вот, смотрите, какой он. Как он сложен-то, просто великолепно, а? Ой, какой красавец мальчик. Ну, просто чудо-ребенок, да. Отлично сложенный кобелечек, вообще все просто супер. Башкастый такой. Да? И это что за башкастая маленькая собачка? Ай, Вий. Вот красавец. Он, кстати, очень красиво сейчас стоял. Ты очень красивый мальчик. Очень красивый мальчик. Да, лапочка. Ой. Ой, нежнятинка-то какая, этот Вий. Ой, какая нежнятинка. Хороший парень. Хороший мальчик. А хвостик, 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 Вий, сейчас оторвется же хвостик. Вишка. Ты обниматься будешь? Он обниматься будет. Вот так вот обнимаши. Ой, какие обнимаши, Вий. Ты обниматься будешь? Кобелина то. Ой, кобелина. Очень нежный мальчик. Ой, ой, ой. Вий. Вот так вот надо. Грязными лапками по лицу, конечно. Вот так вот надо, да? Ай, красавец просто мальчик, красавец. Хороший парень. Ду-ду. Залезал, да? Залезал. Ага. Ты показал, какой ты нежный, да? Ты показал, какой ты нежный. Так что, ребят, кто хочет подрощенного себе кобелька, обязательно пишите. Самый удачный случай. Ну да. Так нет, самый удачный вариант. Представляешь, выращенный на улице гуляет. Все, занимайтесь воспитанием. Все, и кормите. Не пис вам вот этих вот малышей. Не, ну конечно, писать он будет еще пока. Ну, плохо видно, если честно, конечно. Да, сейчас уже на улице, ребят, все-таки как-никак уже темновато. Но вот такой вот малыш Вий. Ой, ой, ой. Что это мой заяц? Что это мой заяц? Запашильный ребенок. Ну, хороший малыш. Ай за нос возьми. Все, ему надо уже новый дом. Этому малышу. Слишком он хороший, конечно. Ну и хорошо на поводочке, кстати, уже себя чувствует. Молодец, умничка мальчик. Так что, ребят, кому интересно, кому интересен подрощенный уже щенок, который готов переехать в новый дом, то есть вы приобрели этого щенка, взяли его на поводок и пошли себе гулять. Ну что не за сказка, правильно? Все. Скажем так, весь самый ужас пережили именно мы. Вот, ну посмотри. Ой-ой-ой, как он стоит. Слушай, ну очень... Вырастили. Да, он очень красивый. Ну, что ты, мой хороший? Ну, что? Так что вот так, ребят. Пишите, звоните. Вот такой вот красавец Вий. Всем пока-пока.